Добрый вечер, добро пожаловать на Мегаполис FM 89.5. Я приветствую всех тех, кому нас слышно. В студии DJ Grad, это Free Mind, каждую среду. Достоверно и с удовольствием о хаос-музыке. Сегодня все как обычно, в течение следующих 60 минут. Все, что я накопал за эту неделю в хаос-музыке, очень сложно, конечно же, впихнуть в эти 60 минут, но мы, тем не менее, постараемся. Мы начинаем, как обычно, с припати, дальше будет больше. Это Three Wheels, трек называется Emotion. Лейбл Soul Club. Будьте с нами, совсем скоро Mr. G, Blessed. Добро пожаловать, это Free Mind. Deeper inside my soul, I
Alex, Dubstep Now. Это Hero. Hero. Приятно вспомнить иногда прошлогодние треки. Трек 2010 года. Один из громких, который звучал на летних танцполах, о которых уже стоит подумать, поскольку, не знаю, я сегодня проехался по многим клубам, встречался с многими друзьями, промоутерами, диджакеями. На самом деле у всех прекрасное летнее настроение. Все строят планы, конечно же, на летние веранды. И я надеюсь, что такой адской жары в этом году все-таки она нас обойдет стороной. Ну или, по крайней мере, уж точно не будет. Будьте с нами. Дальше лучше. Мендо и Матео Спедидатти. Трек будет называться «Gemant». Это Мегаполис FM и Free Your Mind. Мегаполис FM, в студии DJ Град. Еще раз приветствую вам. Приветствую и вам хорошей погоды. Желаю я тем, кто принимает наш радиосигнал. Ну, надеюсь, Норильске тоже начнется скоро какая-то весна. По крайней мере, то, что сейчас творится в Сибири, там просто жарище.
Так или иначе, уже стоит задуматься, конечно же, о каких-то летних мероприятиях. Буквально через несколько дней стартует Sun Waves. Очень многие в этом году, я знаю, что большой десант отправляется в Румынию, дабы еще раз ощутить на себе влияние Рикардо Вилалобоса, который на прошлой неделе отыграл в армии. Хотелось бы поздравить это место с днем рождения. Леша и Наташа, отдельнейший привет за то, что держат эту площадку уже несколько лет в хорошей форме, с хорошими привозами и с интересными вечеринками. Действительно, было очень весело. Не могу не заметить, конечно же, отличного движения в дискотек. В пятницу Стефанджело. Ну и, собственно говоря, в субботу играть после Стефанджело – это как просто после выжженной земли. Я имею в виду, конечно же, Dirty South. Дальше больше. Я думаю, что на этой неделе вы тоже найдете для себя хорошие вечеринки. Ну, а мы, по крайней мере, вам поможем в этом. Мы – это Радио Мегаполис FM. В студии Дизиград – это Free Mind. Ну, а это Фалько Ричберг и Себастьян Вайковский. Трек, название которого я посвящаю всем настоящим мачо. Он называется «King Size».
обойтись ни в одном сете без этого лейбла. И, собственно говоря, ни одно музыкальное крупное событие, конечно же, не обходится без главного хаус-лейбла. Это Defected. Только что Корт, и трек назывался Tomorrow. Ну и буквально через несколько, наверное, все-таки минут, представление от Марк Найта, его любимого клуба. Всегда это очень интересно и вызывает огромный интерес. Какой же у знаменитых диджеев любимое место, любимый клуб, любимая площадка? У Марка Найта это оказался клуб из города София, это в Болгарии. Он называется Ялта. Да, именно клуб так и называется. Именно так и назвал свой новый, один из последних треков Марк Найт. Он называется Ялта Грув. Надеюсь, что после вечеринки, которая состоится на этой неделе, а именно в воскресенье, 1 мая, в городе Санкт-Петербург, Марк Найт еще напишет какой-нибудь трек, там, Аврора Грув. И официальная вечеринка Tool Room Nights вместе с Марк Найтом, вместе с Грувом, вместе с Градом, вместе с Бобром и многими-многими другими диджеями от лейбла Dexterous и вместе с лейблом Tool Room состоится на этой неделе именно 1 мая в Санкт-Петербурге. Меня это факт очень радует, и я уже жду не дождусь этой встречи. Ну а где меня будет еще можно услышать на этой неделе? Чуть позже.
mother load. The mothership. Well, all right, you squares. You know it's time to get up for the downstroke. Ain't no joke. We gonna act like that, you know what I'm saying? Afros, picks, afro puffs. MDX Express, еще одна реинкарнация трека 98-го года, лейбла Defected, God Made Me Funky, знаменитый сэмпл, и на этот раз совершенно свежий ремикс этого года, Дженарио Мастрантонио. Oh yeah. You know, all I can say is that I'm
together. Clean up the neighborhood. Hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Free your mind.
can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, run. But I can't stop running because you're not running with us. Listen, and listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life is chasing you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life doesn't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Сегодняшней весенней коллекции, по-настоящему теплой коллекции, сами Сари, Хейки Л, фьючеринг Макси. Трек называется «I Wanna Go Deep». Я тоже wanna go deep, и на этой неделе, этот уикенд, слово «go deep» я начну в раю в пятницу, дабы отыграть там при пати, джавази, соул, фанки, секси. В субботу отправлюсь в город, где уже можно купаться в Черном море, а именно в Сочи, в клуб «Циркус», в который я не долетел на открытие, когда как раз был коллапс, если вы помните, в московских аэропортах, а именно Шереметьево. Сейчас все в порядке, и там состоится выступление в субботу. Ну, а в воскресенье отправлюсь, это будет 1 мая, в город на Неве. Давненько там не было вечеринок с моим участием. Ну и, конечно же, мне очень приятно будет участвовать в мероприятии, которое будет называться Tool Room Nights, официальная вечеринка, где будет выступать Марк Найт. И вместе с российским десантом, с московским десантом заберу с собой Бойцова и Боброва. Ну, а там нас будет уже встречать диджей Эмиль. Это все будет вместе под названием «Аврора». Более подробная информация вы всегда ее можете найти в моем фейсбуке. facebook.com/DJGrad. Найти это очень, очень просто. Заходите в Facebook DJGrad. Ну, а также можно всегда найти последние миксы на промо диджей. Адреса вы тоже знаете. Я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Ну что ж, наслаждайтесь такой теплой весной. И мы услышимся на следующей неделе, в среду, 22:00. DJGrad, Free Your Mind. Любите себя и друг друга. Аллилуйя.